привет, всем привет. Тема такая, ожидание, когда не знаешь, поедешь ты сегодня или не поедешь. Вот это вот, блин, меня вообще бесит, честно говоря. Такой сколько раз было, и вот сейчас я зашел на каденцию, взял, ну скажем, не взял, получил, да, ДАФа. Мне сказали, у тебя будет в субботу перецеп. Ну, в пятницу я как бы сел на машину, да, получил автомобиль, все, документы подписали, акты все передали. Говорят, жди перецеп в субботу. Сегодня суббота, весь день прошел, никого нет. Я уже акт написал, перецеп. И вчера еще вечером пришло на Fleet Hand сообщение. Главное дело, оставайтесь на месте, отдыхайте на Мальше. Что это значит, отдыхайте? Один день отдыхать, два? Или мне тут стоять до воскресенья? Потому что вообще, если перецепа не будет, мне тогда выгружаться. Придется ехать в Германию. Тут где-то 125 км. Вот. Груз. У меня он там стоит под температурой. Тарахтит. Рев. Вот так вот. Тяжело, конечно, вот так непонятки, когда то ли ехать придется, то ли стоять на выходных, хрен знает. Будет перецеп, не будет. Вот так. Ну, это Хегельман, как обычно. Такое у меня уже было раньше.